Зачем сюда приезжаете? Людей... В Томске мест красивых нет? Есть, конечно. Ну как, себя посмотреть, людей посмотреть, себя показать, пообщаться с людьми. Вы уже в первый раз участвуете? На фестивалях нет. Уже с 2006 года. Ну а где были? А где был? Где мы? В Красноозерке были, в Новосибирске были. На Алтае, в Казахстане. На Алтае, в Казахстане. Что все-таки сюда тянет? Именно... Это образ жизни. Ну, есть же больные люди, да? Кто-то спички коллекционирует, кто-то марки, а кто-то вот едет. Машина для вас что? Второй дом. Как это? Только конь, он же это для казака, вторая это, ну, не жена. Второй дом, вот, кочуем вместе с ней. Намотали уже 300 тысяч. Всего? Да. На ней, на, да, на ней, да, на спидометре 350 тысяч уже. Как вы называете? Варька. Как? Варя. Ниссан Навара, Ниссан Варвара. Варя. Вы его как-то усиливали, и ее Варю-то? Ну да. Подвеску делали, колесики побольше поставили. Казак своего коня любит. Ну, на данном этапе кобыла получается, раз Варька. Вау, что у вас-то есть? А? Максимка? У вас есть Максим. И бронетёмкин поносится.